Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества Христова и новым 2017 годом. На протяжении 2000 лет христиане всего мира с радостью и надеждой обращают мысленные взоры к событию, ставшему переломным в истории человечества. Современное летоисчисление, ведущее свое начало от Рождества Христова и являющееся летоисчислением христианской эры, само по себе свидетельствует об исключительном значении пришествия Христа Спасителя. Господь пришел на землю в образе человеческом, в наш истерзанный грехом мир, для того, чтобы спасти его от духовного и нравственного упадка, освободить человека от страха смерти, помочь достичь святости и богоподобия. Спаситель своим рождением, жизнью и страданиями, крестной смертью и славным воскресением утвердил новый закон, новую заповедь любви. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Эти слова Господь обратил к своим ученикам, а через них ко всему миру, к тем, кто жил в то время, кто живет сейчас, и к тем, кто будет жить после нас. Как важно не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и самим эти идеалы стараться воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда, преодолевая конфликты и разделения, мы будем нести миру самую убедительную проповедь о родившемся Спасителе и делами свидетельствовать о необычайной красоте и духовной силе православной веры. Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетия. В наступившем году благости Божией и во все дни нашей жизни желаю вам доброго здравия, мира и божественной помощи во всех ваших начинаниях. Пусть праздничные дни принесут радость и счастье в ваши дома, а Новый год будет мирным и благополучным. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым и новым 2017 годом!